Лондонская группа «Сезон дождей» побывала на международном фестивале рок-музыки во Владивостоке. «Вирокс» проходит уже третий год подряд. Основной его организатор – вокалист группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко. Сначала мероприятие имело только городской масштаб, но теперь на фестивале выступают группы из Японии, Кореи, Германии, Великобритании и других стран. Вот это, наверное, самое главное, да, для чего мы туда поехали, потому что знакомства, разные группы, мы взяли хорошие очень контакты с зарубежных менеджеров, которые могут организовать туры, да. Я пока не хочу об этом говорить, потому что мало ли что. Добавлю, группа «Сезон дождей» образовалась около 8 лет назад. За это время команда дважды становилась лучшей группой Улан-Удэ, по мнению местных жителей. Играют в стиле поп-рок. Выступления музыкантов можно увидеть в различных заведениях города. Таким был этот день. Далее не переключайтесь, смотрите новости спорта, программу «Танец орла». Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся на ТВ.